сначала тончил как хотел. Ну типа символ у меня стоял на инстинкты. Один трёпка, один рык и инстинкты. Сейчас инстинкты я убрал, потому что, как показала практика, он бесполезен. Ну, блять, абсолютно бесполезен, потому что хп, который дает обычный инстинкт, и так дохуя просто. Инстинкты прожимаются. Ну, ну понятно, если бы мы в актуале были, тогда да. А так, на увечье. Ой, какое ты понятие, когда танк парирует урон и когда танк поглощает урон? Не, не путаю. Медведь, если поглощение урона, это он принимает урон в себя. Парирование — это парирование. То есть, да, он почему не ты мне это объясняешь? С чего урон. Ты взял, что я этого не понимаю? Я прекрасно понимаю. Да потому что медведь — это топ танк, который получает урон. Ну, не знаю просто, что он там получает, но мы с Васабом посмотрели, что ДК получает его больше. Что-то там отхиливается захватом, но это все понятно. Не урона больше получает, меньше отхиливается. Мишка просто по всем показателям ходит на ДК. Помимо агро. Ну, а по агро БДК на первом месте. Ну, если не миссию, то точно. Имеет в виду урон, который уже после всей этой хуйни твоей механики, что по сути Мишка живучий. Да я вот тоже не пойму, почему Рога дал 1 миллион дамаги всего лишь. Рога, такой у него ГС. Ну, может быть, он просто ловил колбы. Давай посмотрим. А зачем ты? Зачем ты по колбам бегал? Ну, смотри, у него 84 промаха автоатакой. 25 промахов коварным ударом. Ну это значит, что он просто по КД стоял в колбах. Тут процентов даже... просто сколько? Процентов сколько? На гниломорде у него 11к ДПС. Ну. То есть ближайшего милика. Ладно, на 400 тысяч больше. Ну, судя по его шмоту. Робу. Да, судя по всему. Чей-то твин. А у Робу, у тебя есть какой-то там мейн у тебя? Кто твой мейн? А ты мало что-то дамажишь, Рога. На профит и тактику не знаешь, стоишь в оранжевых колбах, которые снижают меткость на 100%. Зон только добежал сразу туда. Зачем КПРС? Почему ты вот знаешь это и ты стоишь в колбах? Ты, ну, дурачком прикидываешься или что? Ну а зачем понимать? Надо просто в танка встать и все. Танк отходит спиной или боком. Отходит от колб, отводит босса. Он видит это всегда. Ну или ДБМ установить на крайняк. У тебя что, ДБМа нет? Так, по-моему, на профи вообще перед мордой босса лучше стоять, если колбы не умеете ловить. Ну, типа, если ты в ДВМ смотришь, можешь где угодно стоять. Только когда колбы появляются, отходить от ног босса, из-под босса отходить. Что ты, Рога, на это скажешь? Ты что, нуб, что ли? Ты качал Рогу, ты в ЦЛК, наверное, никогда не был или что? Ну. А. Джанси. Ты просто скажи, что не был никогда в ЦЛК. И все. Гей. Так не сагрите босса, как в прошлом ЦЛК. Поднимите козу, пожалуйста. Второй раз Герри, тогда понятно все. Герри ничего не отличается почти от обычки. Ну почему он отличается? Джерри он турборогу пишет, ну, Fallen Rush.
ДКш не кинул рогу, там Фалин Раш. Как? Джерин кидал, Сарс, не ходите с ним в рейд. Чё Джерин? Не услышал, музыка была. ДК Джерин кинул на арбалет турборогу. Сука. Тебя, наверное, тоже не дамажит. Ну, наверное, да. Ну, пишут, что он вон был. Ведь это когда вообще было? Только что. Джерин час играл. Только что, уже 25 минут. Чё, жоу пили её так быстро? Красиво быстро. Сколько и... Какой-то быстро. Уже мы второй СЛК почти прошли. Да, мы так-то второй СЛК прошли почти. Мы прошли первый, получается. Но вот на совете он заходил, спрашивал про два окна. Ладно. Давайте. Протокол на Путине, ПДК на двоих. Толдрама на Путин и Хизи. Дайте баб по коту, пожалуйста. Каску. Пауку дайте каску. Теперь Рога, сейчас, когда будет кастовать вихрь, прожмешь ложный выпад. А то сдохнешь. Каску, пожалуйста. А, сука, я просто стою в монитор, я уже ссыпаю, блядь. Сейчас, ну, что ты кричите, вы кричите в РК Войд, блядь. Я просто, у меня 3 часа, я смотрю в монитор, мне каску. Когда Войд в начале рейда сказал, я каски бафаю, я сразу узнал, что весь рейд будут просить каски. Не весь рейд. Дайте каску. Я беру, засыпаю сейчас. Пейте фласки. Форсач готов. Запустили. Пошли. Давай, на первом вихре дашь сакру. Все набираем дистанцию сразу. Где Хризич, он хашит? Напомните на покон с Талдорама. Не поменялись. Почему вы не сразу не предупреждаете, что меняетесь? Ничем что-то сумрет. А какая разница, есть макрос на цель-цель, все. Ну, перед боями кидаю. Раньше набрали, давай сакру сразу. Сколько мне докладывал в чате. О, черметика. Сейчас еще один вихрь будет, разбегайтесь. Орет у вас колонки. У меня кинетика чуть не упала. У ворот, поднимайте кинетику, я далеко, сзади, присты, сзади. Отлично. Кинетика в центре. Воронка в центре. Да, у ворот падает кинетика. Возле Талдорама кинетика падает. Будем рост давать или нет? Давайте рост. Далеко за Талдорамом падает кинетика. Я далеко не могу достать, бежать. Что, пацаны, вы на ком? Ну, все. Расскажи, что там с Рогой было. Волна, подожди, после боя. Надо рейндж набрать. Молодцы, набрали. Классно. Кинетику бейте на 500, а то умрем. Окей. ДБМ не показал, до свидания, половина рейда, особенно маги.
остальные умрут. Он все показал. Да нет. Да тут просто умирало 4 человека, уже никто не умер. Рога умер опять. Что там, Дима, что-то кинул человека на карбалет? Кинул он, ему не нужен. Почему не нужен? Какая разница, я отдал рублят кому-то фанту 5М, который старался, а не Роги, который трачил там весь Симс. ФКшка даже хуже, чем я. Хуйня какая-то, не дамаги. Что, Джерри, ну-ка, тут тема есть. Мы с Вуди тут общались. Он говорит, гайд какой-то посмотрел, и говорит, там что-то выяснил, типа, в левую руку долго пуха одевается, и типа от веера урон больше. Че, еще раз? В левую пуху что одевается? В левую руку. Долгая пушка и урон от веера больше. Не знаю, я про такое не слышал. Олег, нет. Лут забыл раздать. Блин, я уже забыл. Так это же профита абсолютно никакого не принесет. Ну я не знаю, где это принесет профит. Ну нигде. Потому что ты теряешь, считай, один веер. Ну, сколько там, да. Ты теряешь веер, потому что боевой потенциал, или что там, это 15 энергии. Серьез, прочитай, пишет Руборог. Это последний, это первый и последний раз с походами с ихней гильдии. Да хоть пусть пишет, что хочет, провагонился, продрочился, ну не пофигу. Вот теперь человек с нами не пойдет в рейд. Ну, что тебе сказать, Рога 5.9, который дамажит 8к, не пойдет с нами в рейд, класс. 8к нормально, кстати. Да, это все равно не было. Он так пишет, как будто мы его ждем. Это Рога 6.2. 6.2 разбойник. Перепутал, там кто был второй. Да я 6.2, это, блядь, ШД 12 давал, блядь. Писал, что он 5.4 вроде волчат. Он пиздобол. Ладно. Эй, ты там про другого Рогу. Короче, что-то какой-то мусор выпал, я себе все забираю. Там боешки мог все забрать, но все раздал. Я сейчас мог бы быть очень богат. Дал бы долг. Я могу отдать сейчас, у меня есть 1, 2, 3, 4, 5 шмоток с луча. Сейчас их выставляю, и все будет круто. Дэн, у тебя много золота? Я? Ну да. Хочешь поделиться со мной? Не, я хочу, чтобы ты моим богатым другом стал. Класски а, покупал. Да, у меня капец, но у меня 8094 голда, прям много, да? Нормально. Нам на пластик лагерь. Столько нету, блядь. Я хер знаю, как ну порелыш. Я там поешки ролим, которые стоишь, но там я, Ваня, боссов разроливаем. Смотри, я отдаю весь шмот, я весь инс сейчас отдавал шмот, я ничего себе не забираю, мне ничего не надо с этих рейдов. Потом бомжуешь. Так и чё я сделаю? Типа я отдаю, потом кого-нибудь спрошу, типа мне всегда подкинут голдишко, потому что я никогда в рейдах отдаю весь шмот. То есть тут такое. Мне просто впадло всем этим заниматься, продавать, что-то делать, что-то фигачить. Если я просто зашел подавать. Занимать будет. Таким иначе не впадло. Написал, типа, дай 100 голд на починку, а пока поставишь на аукцион, оно придет, зайдет, ну типа такое. Я же тебе скидывал весь шмот, че ты гонишь? Фулба. Давайте бафаться опять. Что в этих людям в головах, я не понимаю. Давайте кулак по Роге. Блин, крест по престолу. Что у нас по чекам? Бенчвормер, Джест, Серафим, Аюр, ничем, пейте фласки. Крест дайте по престолу. Крест по магам. Фласками следить. Калка, давай крест. Даю. Придумал какую-то хилу, теперь страдаю, да? А почему квест «Последняя битва Короля Лича» не засчитался? Он не будет засчитываться? Не знаю, наверное, надо еще раз заключать. Сегодня сходим, Джерри.
Я не знаю, типа, мне квест не засчитался, но пофиг. Это было неразумное решение. Че, приз, будешь сбегаться? Сатара Рэпа, как у тебя дела? Алло, раз, два, три, прием. Да, прилетел. Да. Меня тут Джик на работе говорил, алло, трубка. Сатара Рэпа, ты лагаешь, что ли? Помнишь, я так когда буквы реагирую. Лоид, потекло, помнишь, когда на вас двоих пак кидался? Бежишь к ней, она от тебя. Ну, мне кажется, на Сатара Рэпа кто-то другой играет. Да не, он какой-то там трупом летает. Да, я вижу, он двигается трупом. Труса на леди что-то не вставал. Сейчас то же самое. Когда труп двигается, это смешно, конечно. Канули все. Веселый босс. А чё нога болит? Ну типа, на санках перекатался или чё? Выжил. Ты чё вообще? Ну, походу скипишь. Колено это по-любому где-то на горке. Катался на колене, просто съезжал с горки. Да. Дайдем на хп. У нас, короче, да. Друг съехал. Ару, иди отсюда, блядь. Целон. Лол. Чего? Целон? Целон. Физрук, короче. Я, говорит, за год пятерку поставлю тому, кто съедет с горки на одной ноге. На лыжах на одной ноге. Он сам съехал, показал. И такая гурьба просто поехала, все падают лицом в снег. Давайте, дурачок. Курсач. Курсач, давай, просто дерализа. А вот тоже катался, да? Не, ну я попробовал, упал. Ну, там надо баланс реально хороший. Ну, мышцы ног там развитые, тренированные ноги. Это было в седьмом классе, что ли? Угу. И сейчас ты в каком? Девятом. А еще он говорил, присесть надо на одной ноге, короче, 5 раз. Ну, никто не смог тоже. Ты уже не общаешься с физруком? Не, что-то вот тот самый лучший физрук был, вот, который ты все показывал. Ебашит просто. Тут шумок, блять, вайпает пацаном. Олег, обычно ты чей-то забрать. Смотри, что за трарема пишет, нихуя долбоёб. Перед сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Самый лучший физрук прям. Ну еще был тоже офигенный. Мы с ним в баскетбол играли. Тоже лыжи на той ноге. А с этим, кстати, который про лыжи там мутил, мы с ним в лапту играли, вот это вообще тема была, блядь. Там, короче, вместо этой палки нормально, там лыжа такая сломанная, короче, блядь, ну немножко такая увеличенная деревяшка, блядь.
Не по мячику били. Правила не знали, вообще он нам объяснял. Такую хуйню вытворяли, блядь. А с трудовиком в шахматы играли. А вы цветы не дарили? На день учителя без рук. Что-то нет. Не дарили. Никогда даже в голову не приходило. Было жестко. Вкусно, спасибо, там биты, гайки, подшипники, только дарили, наверное. А старые вот советские физруки вообще четкие. У тебя, наверное, еще фронтовик был, да? Я чуть не спрашиваю. Да не, судя по возрасту. Не, наверное. Просто физрук такой, знаешь, душевный. Ну ты школу в 60-х заканчивал. Да нет. По возрасту он советский такой человек. Не все советские там, вот. Сколько мне было? 12, да. Вот, а им там, считай, седина, это что же, под полтинник, да? 45 полтинник. Вот шашки в шахматы играли на трудах. Тип один у нас, пацан там все выебывался, короче, ну, такой, перекатал кого-то в шашки, там, сел против этого трудовика играть, тот его перекатал, короче, сука, такой улыбался, блядь. Все смотрели. Шахматы тоже. Шахматы я вообще не мог выиграть. Раза три, наверное, сыгрался. Типа капец про, да? Кто? Про в шахматы? Не, нет, не про, блять, я любитель. Компа так, сильного можешь выиграть или нет? Не, нет, да никто не может компа сильного выиграть. Сильного компа, там есть какой-то еще. Да нет, сильного компа, да. Почему у меня дед выигрывал сильного компа без... без этих, без... как это называется? Без... ну типа без... перехода, то есть он не вертал ход назад, ну не возвращал ход назад. Ну скрипты, наверное, взял, да? Так нет, так, блядь, смотря какой комп, программы-то разные. Ну, типа, вот этот, что стоял на Windows 7, потому что у моего деда Windows 7, он выиграл только один раз сильного компа, блядь, и там, все. Там программа хуйня. Там бас мало, дебют. Вот, почему есть... сильного компа не может выиграть, а можешь мне объяснить, а? Чё ты говоришь? Почему сильного компа никто не может выиграть? Так, блядь, чё там? Даже чемпионы мира не выигрывают комп сейчас. Потому что комп может, блядь, 15 тысяч ходов за долю секунды обработать, а там... ты будешь думать день над этим. Ну да, там, да дело даже не в ходах. Ну вообще да, в ходах, как бы он просто знает наперед вот и все. Лучшую позицию знает, он всегда лучший ход сделает. А есть вот недавняя программа, она, короче, сама обучается, ну, обучилась сама что-то за сутки, там, или за пару часов, или за три часа. Она, короче, отличается тем, что у нее не было, она не знала, как играть в шахматы, короче, эта программа, и ей, типа, задали только правила. Вот, и она сама с собой играла, короче, и потом выиграла программу, которая, типа, самая сильная в мире считалась. Из 100 партий, там, что-то. 20, что ли, она выиграла, остальные в ничью. Это охуенно показать. Дип-блю. Нет, не дип-блю. Завтра будут стримить, да? Дип-пурпл, по-моему, так. Да, стрим по шахматам, это, наверное, самое огонь. Мне кажется, это не самое еще упоротое. Но это лучше, чем то, что Рома там стримить пытался. Ну, блядь, что там стрелять пытался? Почему мне квест? Шан, ты когда ставишь... битва короля лича не засчитался. Ставишь тотем, проси гимн всегда. А ты релогался? Я релогался. Мне даже сундук упал. Я сдал все квесты. Я отменил квест и взял квест заново. Я переделал все, что только можно переделать на этом сервере. И все равно он не выполнился. А я сдал. Почисти. А зачем тебе его сдать? Потому что он, наверное, засчитывает... Он засчитывается только в Гере, походу. Походу я еще смогу еще один сундук лупнуть в Гере. Нет, второй сундук.
возьмешь точно, а квест гей засчитывается. И сдаешь, там 50 голды даются, и что, зачем тебе это? Просто 50 голды? А, мне вот сейчас этот заканчивается. Март. Не март, то вроде апрель, вот, не надо дать 30 тысяч голды. Брал под расписку. Да, я 7 тысяч есть. Здравствуйте, Рога. Короче, выиграл Гуделка в шахматы и Хазарака выиграл. Пару раз. Ой, ты меня выиграл в 100 раз меньше, чем я тебя выиграл. Давай еще сыграем. Давай. Уже спанк у тебя выиграл много раз. Натаскаюсь, буду всех выигрывать вообще по КД. Научусь ничьи делать. Со мной просто не играл еще. Не знаю, как ты играешь. Ну что, у кого есть хилды на Вальку? Так можно завтра поиграть. Вы уже на Вальке, так можно еще одну целка собрать сразу. Я тебе могу собрать их. Вот я сейчас напишу об этом. Бля, это трылы Джейми тут это. Джейми приходит уж или нет. Так, ладно, у кого есть хилы? Серьезно, два хила мало, гаут, курсачик. Блин, давай спекайся лапа предков. Лапа предков, бенчвомер на рейде, охламончик, калк, курсач на вальке. Мы захилили вчера пуговским рейдом более-менее в 3 хила. Сколько раз в портал ты ходил? Раз 5? Где-то так. Ну там хилы, я ДЦ хилил, Эрдру 5.8, Ретрик и... Кажется, Шамон. Это в обычке, да? Нет, это Гера была вчера. Хламончик готов? Хламончик, ты летаешь в порталах за звездочкой. Ну, все, пошли. Вот добавим пол. Ты регаешься? Хазарак на чизком. Че? На чизком регайся. Там онлайн по всему миру партии играть будешь. Какой рейтинг наберешь там? Мне там прилично уже посидеть. Не играем? Мне еще в доте надо рейтинг набрать. Да нахуй это дота, блядь. Забей на доту. Доте тут же шахмат. Ну короче, 10 минутки играем. Ты, Слава, тебе даются какие-то бонусы, что ты приводишь игроков новых, там как боевание или махинация каких-то? Там доля какая-то? Ничего не понял, каких игроков куда привожу? Ты даешь 15 игроков в шахматы играть, без этого дают какой-то бонус там или репу или что там, не, как в Эйване. Я без понятия вообще. Войт, поставь третью ауру. Я играю для себя. Это скоро будет уже пробнички рассовывать. Да не. Не, мне просто интересно стало, я не знаю почему какой-то нубзик прям, знаешь. Не то что я прям не сижу, не фанатею, но по приколу, знаешь, тоже в удовольствие. Я не могу это объяснить, почему так происходит. Даже не помню, как просто, блядь, в голову пришло открыть онлайн шахматы, поиграть и стал играть, блядь. Мувики на ютубе смотреть, там, как чемпионы играют, партии эти все разбирают, блядь. Не заинтересовался что-то. Я тоже так же сам он там открыл, как реставрировать старые тиски. Вроде все есть, блядь, что-то руки не доходят. Так и смотришь дальше аниме. Да. Да, кстати, аниме что-то... Не, что-то я книги начал читать больше, чем с эти ранобэшки. Книги лучше, конечно, читать. Умные какие-нибудь. Они вот эту хуйню про мага, прочитайте книгу мою, нахуй. История мага, блядь. Проснулся Мицуки, нахуй. Какой нахуй Мицуки, блядь?
Сейчас я читаю чернокнижник в мире магии. При этом надо, короче, пойти на телефоне название посмотреть. Чернокнижник в мире магии? Сейчас на телефон схожу, посмотрю. Это как... Если чернокнижник, то это действительно мир магии. Видели, это как ведьмак в мире магии, блядь. Ведьмак в мире ведьмаков. А мне бы вкатило вот это, как он называется, кроссовер или как это, блядь, в нуарном стиле, ведьмак, вот, типа детектив, все дела, там, Трис такая, блядь. Колобки и разбойники. Ты, кстати, Олег, видел, как он в стране сказок ходил, в третьем ведьмаке? Там... Ну, типа сказки вот эти, дюймовочка, что-то какая-то мелкая ходит. Если к ней подходит, то тебя раздавливает. Вудге, тебе какая печенька надо? А у нас что, у нас не падала печенька на руку? Так, ну короче, если там интересно, тут получается несколько книг. Потусторонний злой монах. Чернокнижник в мире магии. Воинственный бог Асура. Так, и маг на полную ставку. Ебать. Это как воин на полную ставку, блядь. Рыл на полную ставку. Че, прикольные книги. Печенька геройская падала на паладина и на шамана. Рано дали рост, судя по всему. А чё, сука, я... А, вот. Как можно объяснить, что у Валитри два бафа висит за изощрённые кошмары? Это как вообще? Никак. Эффективность применяемого исцеления повышена на 20. Прикольно. Я такой первый раз вижу, надо заскринить. Просто я залетел за Ретрик портал. И мой баф передался ей. Там подавление бьет справа. Подавление бьет. Калка 29, стаков у курса сейчас 6, уклончика 0. Маме 0. Берите сразу квест. Бою гимноманы. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Привет. Пояс. Плащ. Камончик, не распыляй пояс, я передашь мне, надо человеку передать. Ласта. Нет, ты трэш побей, а потом на синре спекнемся. У меня дед просто... был чемпионом Новосибирской области по шахматам. Это давно было. Наверное, в молодости своей. У меня еще не было.
Пойду. Там как бы вот эти позиции все, ну, если ты начинаешь их учить, ну, в определенном моменте, когда-то шахматист, который стремится к развитию, он, ну, рано или поздно придется учить позиции дебютные, там, всякие там ловушки какие-то, вот, рано или поздно приходит все к тому, что нужно уметь нарушать вот эти все принципы, то есть, ну, такой творческий потенциал, творческий запал такой иметь, чтобы, типа, вот противник готовится там на какие-то там сицилианскую там или французскую партию, что-то такое там, он готовится, да, он все дебюты знает, а ты берешь, видишь, что он этот дебют начинает, и берешь просто, ну, наперекор как бы идешь, мешаешь позиции. Там, конечно, блять, я не знаю. Только одному компу, наверное, известно, с какие там позиции там уникальные есть. Че, не будете трешать? Чешо. Самый кайф — это когда ферзь ловится противник. Когда, допустим, ну, вилка — это вообще самый высший кайф. Ты как-то тройную вилку ставил, или четверную даже. Ну, считай, там нападение на три фигуры, на ферзя, на ладью и на слона. Ну, и на пешку. И он что-то начинает угрозы создавать, ну, что-то шаховать, короче, это все бесполезно. Закрывается. Блин, Слава, лучше бы ты аниме смотрел. Да. Шахматы — крутая игра. Ну, по крайней мере, лучше, чем шашки. Намного. Шашки-то вообще ни о чем. Слишком плоская. Шашки можно играть здесь 10 IQ, а в шахматы не поиграешь здесь IQ. С чем, с чем? Ну, с маленьким IQ можно в шашки играть, а в шахматы не получится так. А, ну да. Вот этот один только конь чего стоит. Опасная фигура. Самое беспонтовое, когда у тебя, допустим, один конь, у противника два. Вот это вот беспонтово. Когда один слон у тебя, у него два. А когда у тебя две фигуры, у него одна, начинаешь их использовать. И главное не проебать. Вот если легко отдаешь фигуру, меняешь, типа, ну чё бы так, ну, без разницы. Ну, именно преимущество двух фигур самое четкое. Это да. Я, короче, играл, ну, получается, недели две назад еще. Или неделю назад. Ну, получается, выигрывал, как бы все, фигуры у меня, все, блядь. Все срубаю, у меня остается король, ферзь. У него король, блядь. И я, сука, вместо мата, блядь, пад стал там, блядь, пиздец. Ну, кто не знает, пад — это типа, когда у короля нет ходов. И ему в это время шах не объявлен. Ну, типа, шах должен с матом объявляться. Типа, шах, и король, типа, рубить не может. Ферзь, допустим, а за ним король стоит. Типа, он его не может убить, потому что король защищает. Самая тупая ситуация — это когда на поле два короля остаются, и все. Ну, это ничья обычно считается. Допустим, ладьи есть, остаются тоже ничья. Вроде как-то ладьей там с королем тоже можно ставить, да, мат? Можно, конечно.
Или нельзя, не помню. Я что-то по первости угорал, короче, ну, с такими снобами еще играл. Это, конями, короче, бежал туда там, в их базу, рубил там все подряд, короче, ну, чисто на коня смотрел, как он ходит и выдумал, сидел. Ну, потом перестало прокатывать, как рейтинг немножко поднялся. Да какой-то тип мне начнет играть, там, как-то прям ходит быстро, все прям... рубит направо налево. Посмотрел на этом личес что-то орг там, ну второй сайт шахматов онлайн, ну там типы играют длится, короче, по минуте что-то, по 30 секунд, так там пиздец, там фигуры летают просто, не видно, кто сейчас рубил, короче, тык тык тык, все, блять, кончились фигуры. Шуба. Слышно меня? Да. Угу. Сейчас я зайду, что-то вылетает. Good G, купи фласку, ты все равно не дамажишь 5 кпс, так хоть выпей фласку. А Юр готов? Да, готов. Кризи. Рейди, продайте кто-то роги. А Зелик просто шмот не забыли. Кризи, готов? Раз, два, три. Тебе каску надо? Все, я понял. Давайте, кулак. Погнали. Это не завой, это из-за Джерина подерутся волчать. Ну да, там сейчас и Рекстер. Там уже и Нарексис подключился. Нарексис тоже был в своем рейде. Ну да, называется испорченный телефон. Сейчас будет накручивать там Джерин кидала. Тот это подхватит, перескажет, и в конечном итоге окажется, что Джерин кинул на чешку в РС-ке там медведь. А в рейде было 25 адептов, там, и прицел был РЛ, вот так перескажут это потом. Хороший был, кстати. Побежали. Еще забыл сказать, Войт мувик записывал. А Войт не записывал мувик, потому что ему интернет отпал в этот момент. Уже сталкивался с такими приколами. Давайте метки вперед, по-конски заберешь босса. ДК метка. Прячемся за меткой. Справее рядом падает, правее сзади.
Так, не, Рога, тебе рано в Геру, походу, ты на каждом... каждом трае падаешь. Конечно, рано, он ничего не соображает. Надо видео посмотреть. На канале. На канале Война. Кровабику тоже, наверное, надо видос посмотреть. Мне вчера надо было видос посмотреть. Хламочек поднимай, микролабика. Метеор хотел сказать. Пляшка. Тактика от никчема. Тут походу мало кому надо видосики Войда смотреть. Странно. Ну и рвался вроде. 12 по ДПС сейчас. Метки вперед. Поклонский, Поклонский, сейчас скажу, где ты. Спрятались за левой глыбы, звезду сразу сливаем. Только за звездочкой не прячьтесь, милики, уйдите оттуда. Стоп, не бить метку, там демон. Демон, убегай. Убегай, демон. Сзади босс, сзади рейда падает метка. Перебежали опять, они справа падают. Ху-ху, мне тоже надо смотреть видос. Джесс, подымай певчего. Лапа предков никчема. Заметки под босса. Надо пристам бафа, нету рыбов. Дайте интеллект лапу, каску по пристам, по вару, кулак по вару. Метку подвоза. Элики отошли. Сливай. Стою, курю. 30 секунд. Не бить метку, притяжка. Отбегайте быстрее, следующий под босса. Давай, рост. Следующую давайте в сторону, один хил с освобожденкой, в сторону Джозефина. Кто-то в мили-зоне с меткой. А, это Войт. Войт. Подумал, что там Джозефина больная меточка была. РДД метку, милики боссы. Под босса. Давайте метку. Следующий тоже в сторону. Притяжка. А, под босс. А, под босс? Тогда давай. Певчий, под босса неси. Ага, молодец. Сливайте сразу. В сторону теперь. Дзюфина в сторону. Берите квест к этому. Обычный токен можно? Просто было фул хп. Захлопали.
Охламон, походу, всех. Рога 6.2, насколько я помню. Олег, дай токен обычный. Ты говоришь, что Рога 6.2. А ты думал, Демир, там пока бафайтесь, пока тактика. Так, Кризи Филакс, тебе надо клик? Подожди, кто там поебает? А, ну все равно там можешь. Кризи Филакс. Там вон Джерин пишет, что-то попробуй. Это он нам? Джерин, ты тут, в РК? Ну да. Короче, покоритель. Там сказали на дорогой, надо, не надо. Первый покоритель. Ну, наш рога не очень. Ну, вы решаете, короче. Сейчас. Боже, у нас столько людей рубят. Уже первый. Лапа предков? А, не, ВВВ. ВФ, наверное. Рога, ты слышишь? У меня вот... Good guy. Вот я хочу просто заменить, дать тебе ИП за тех боссов, что ты с нами был. Просто наличие надо люди с... ДПСом, хотя бы как с обычной 25 оп. Со знанием тактики. Но... Твой там видео твои хотят посмотреть. Войт, твой выход. Кто хочет? Рока. Скинь ему ссылку в РК на свой канал. Где-то там есть в РК ссылка вроде. Канал на ютубе называется Слава Алло. Посмотрите там. Слава Алло? Арло. Через О. Вряд ли так тебя найдет. Почему? Легко. Ну. Я думаю, что Слав Орловых там немало. Ну набери там что-то. Там половка, там 65 подписчиков. Да изи находится. Так, тут что, как зубы давать сразу после срезки? Чешо. Ну, что-то хз. Это все зависит от того, сколько он бутылаков берет. Напрямую. Ой, блядь, на Сирусе, сука, мишки рулят просто. Там у них что-то завышенное, то ли атака, то ли что-то завышенное, короче. А что там рога с азиматками классно бьет, да? Не видел. Там, короче, ну, я про лича со всякими катовскими, пятовскими вот этими плюшками, типа пандаренами. А зенотка там под лича сделана или нет? Да нет, там еще не открыли БТ, блядь. Там из БК что открытый Зуламан, вот, там шмот падает 271, как типа с РС обычки. РС обычка открыта, СЛК обычка открыта, и... Пятерки, короче. Как она называется-то, блядь, возле шатрата вот это вот. Сука, ситекские залы, вот это все, где Занзу там ходят. Вот эти вот. Аукиндон. Смотрим. Аукиндон. Аукиндон, да. И
Вообще, Слайк, ты апнул первый, ты апнул 80 уровень 1 октября. Доходим. Где? И подвиги, а сделал ШМ 14 января. То есть ты на ШМ потратил 2 месяца и... Нет, 2 с половиной месяца. Слышал? Вот. Чё? А ты на Сирусе не играл вообще? Где у меня там вар. Урик прот. А на втором получил? Тогда твиночка же. Твиночка своей гильдии ушла туда. Да и похуй. Не, ну они говорят, заебись, не писали. Смотрим, выбор смерти, кольцо, бокалы, шея, нету наручи. И чашки. Да, я сюда не буду наручи кожаные брать, тут у меня это, ватник. И проф. И нету еще этого. Нету проф. А нету проф. Вот как так? У меня профы только получается на трех варах, на БДК, на мишке. И... Профы, ДПС ректорик где-то на 800. Да я знаю, что апну, просто у меня, блядь, руки не доходят. Пусть... Так, Джерриан, кружок, небесный ромб, поклонские трусы, Ваня, ромбик, вступление. Там первого, третьего рога Джерриан напуливает. Второго, четвертого. Ваня, Войд, Жест и Дисрапт. Вот. Лапу пристабав. Блин, не, я забыл купить рейд, чёрт. Подожди, это на совете Рога начал писать про Кидалова, а уже на Личе он до сих пор пишет. Ну, тело сколько месяцев пишет. Кулак, дай по заходит и пишет на этом. Не месяц. Кулак, дай типа этому Рогу. Ну, года два пишет уже. Или три. Там гильдии уже распались давно, никто не играет из этих людей на сих пор. А что прокачанный кулак Роги? Не, вот этот вот лог, как он, сука какая-то там, это же оттуда, из той гильдии, чувак. Один из главных там. Без понятия. Давайте босса играем. Очевидно, да? Ты что, запустили? Да, да. Вот а ты... как крикнули. Запустили. Ты снимаешь с ромбика иступление, если он будет. Подыграл. Так, клевчи выноси чуму. Клевчи вынес. Это головушка. Дисрапт, чувак. Отлично. Невеликий ловушка. Протопал ловушку, все проходим. Сейчас будем выносить чему протопал. Бенчвармит. Выступление 70, на одном клипе. 72. Давай тогда на край. Я пойду на край уже. Так и быть. Вот сюда встану уже. Чё, давайте тут. Поедем. Дневный дух на мне. Спил гейм. Давай еще один спою гейм на ману. Так, все, убили. Пока
Гонски, не забывай сейвать танка на второй фазе, там Сакру дать капельку. Можем пока почитать алчат, что на Рексис пишет. Так. Все, нечего делать. Ины разгоревали совы там. Коли упал, половина маны нет. Шамана 20%. Но он потом, потому что ставит под себя весь рейд. Курсач, ты серьезно? О, как говорил. Ну, не читал видосы просто. Видели, как хламанчик улетел? Да, да. Это что называется? Да, минус сова. А, это сова? Это морду. Да, зацепила сову еще. Давайте рост. Так, первый вальк. ДЦ в кружке. Центра всем выйти, под вальками не стоять, два хила хилят, быстрее кружок разбить, быстрее кружок. Все, хиль, ага, выноси оскорнение. Идем под босса. Заражение надо будет хорошо захиливать. Жестко прям. Усач, цепуху. Хватит, попа будет. Значит, Сакру дашь на осквернение. Вот сейчас будет первая валька и осквернение. Мы отбегаем влево, вправо. Смотрим ловушечки. Ой, осквернение, точно. Вышли. Вышли. Опять хила схватила. Да. Через ром побираем. Сатарарепа, давай гимн отхил. Гимн отхил. Давайте трусы добиваем, с центром все выйти, вот осквернение. С осквернения в центр пойдем. Сатарарепа, давай гимноману. Аюр, молодец. Давай, в центр веди босса. Быстрее веди в центр, быстрее, все за спину леща, быстрее, сейчас будут вальки. Так, первый. Опять хил. Давайте, кружок ромбик. Это я, РЛ и опять ДЦ. Сакру прожимаем, мастер аура. Тьмы и ретрики, если есть. Осквернение 5 секунд. 3, 2, 1. Центр, выйти все. Осквернение 0 секунд. Джиндо, Блинк, Молодец. Слава Украине. Давайте. Зелон падает почему-то. На край веди. Давай, за звездой веди плеча. Так, Джесс. Не, никого не поднимай, так убьем. Ну так а чё ты тотем не ставил под этот? Гейм. Чё, спеть на бан? Есть тотем? Я СС дал на хризе. Давай. Пой гимноману, курсач, давай тотем. Нет, минус поставил. Ой, я на хп стоит, он что-то рейд сейчас умрет. Второй СС, пока мудрит. Пока ни на кого. Пока ни на кого. Давай, надо просто шарики сливать. Никто не сливает, кроме меня, наверное, и Лока. Давайте последнего духа не играть, играйте в звезду. Последний чем? Йо. Давайте вот тогда в последнюю. Смотрим на никчема. Претендент на сейф игро. Играйте только звездочку. Ледяная сфера не добита. Не могу один его уничтожить, к сожалению. Добивайте звездочку. Так, ну вся надежда на Бенчвармера. Давайте встали в звездочку. Идем в езду. Этот, Крусач, давай ставь всегда тотем на каст в комнате. И цепухой сразу хилить с быстриной. Буду потихоньку двигаться. Давай сюда прошли и можешь кастануть цепуху. Пошли дальше. Давай сюда. За угол забежали и там можно кастануть. Крусач, алло, проснись.
Почему ты ловишь бомбу? Сейчас будет выход с комнаты. Побежали, короче. Должны выжить. Все, выжили. РДД, играйте в духа, а не лети босса. Курсач, у тебя откатился тотем? Прием. Тотем на ману. Есть у тебя? Ману нет, ставь. Ставь тотем, сейчас поедим. Поедим. Только сейчас откатился. Духи в рейд пошли. Ладно, я похлопаю. Ускорнение, милики. Только хлопаю, вы там смотрите. С осквернением. Сейчас я умру. О, черт. Нет, не умру. Нормально. Давайте, еще надо пережить минимум 3 комнаты. О, фласка кончается. Давайте звездочку. Давай цепуху, давай быстрее. Быстрина плюс цепуха — это 1,2 секунды максимум с тотемом гнева. То есть за 2 секунды с половиной можно 2 цепухи восстановить. Ну либо вол хотя бы. Так, сейчас выйдем с комнаты, духи пойдут на рейд, надо будет там бежать от них. Звездочки идем. Вот, у плеча. Все плечо идем. Все, последняя комната. Если ничего не будет такого неожиданного. Осквернение. Или зоны. Жнец на БДК. Опа, чем что-то. Что там, как жнец бьет, не? Нормально? Ну так, по 200 тысяч где-то. Короче, сейчас поедим на ХП. Побежали дальше. Духи исчезнут. Пять секунд осталось. 2, 1. А, все. Все, осталось добить босса. О, нет. Стой, не види. Пойду похлопаю духов. ЖК захил, калк. Ну что, молодцы. Бенчвармер, молодец. Калк, молодец. Калк, говорит, перехилил. Ну-ка, никак не вред. Плохо. Но я без маны был. Ну, много. Одно время. Полминуты, наверное, без маны был. На GS 364 пища на хило тоже хорошо. Не знаю. Хорошо, что мы помним, что мы готовы дать. Я за 113 тысяч на хило, нормально, да? Вспышка света 76 тысяч. Можно ГП, конечно, дать, да.
справедливости придется на профи давать ГП. За что вы хотите? Наградить за этот А сколько мы в рейде? 2 часа где-то? Да. Это допье по или нет? Заходы и смены считаются? Ну давай не будем это считать. О, Триси сказал нет. Ну, учитывая, что первый рейд был на доп ЕП, но... и тоже 10 минут больше, чем 2 часа. Мы падали. Когда падали? Напротив. Когда завис охламончик и поклонский не пил уже почему. Потому что в первом рейде мы тоже упали. Не помню где. Мне по душе. На лече. Ну, можно дать. Такой занятий сам били же. Дай мне силу разбить. Да нет, там больше. Я таймер не включил, там что-то было. Уже 2 часа, блядь. Да там больше 2 часов, блядь. Я в первом рейде включил таймер, когда уже леди убили. Олег, третья ссылка будет? Да, конечно. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец-то! Какая противная у тебя мелодия там? Да. Когда телефоны появлялись, здесь все раскладушки были, здесь беспонтовые. Ну, короче, Карифан, ну, это одноклассник взял телефон, ну, какой-то такой блатняцкий. И у девчонки, короче, телефон заиграл. Ну, такая вот мелодия у тебя. И он такой говорит, убери свою полифонию беспонтовую, говорит. Ну, потом появлялись, типа, не полифония, а песни, там все можно было слушать. Музыки смотреть на телефонах. Сейчас ты хули, блядь, с телефона вообще все что угодно можно было. Вовку играть. Конь. Рукус хули нравится, блядь. Три аркуса за два целка, блядь. Как так? Аркуса. Отличный рейд, почему скучно? Все бы такие. Может, я спать хочу, блядь. Если бы в целка сейчас пошел каким-то протопалом, вайпались бы по КД, блядь. Ой, блядь, ВРС. Ну, зря я приставлю, но он не нужен как раз там. Ну ладно. Игрок не найден. Кануло в лету, да? Пропал в неизвестном направлении, удалился, да? Игрок протонулся в неизвестный мир. Каменов. Тебе отдам печенье. Если бы эта печенька опала ВПС. Смотри, если собирать ссылка 25 лет, то только с людьми, которые не были в первой, потому что те уже устали. Куда выходите? Третья, хорошо, ебанулись. Давайте хоть вы расходим.
Джерри зайдет, блядь, в тех хд, нахуй. Ладно, давайте, давайте. Какая женщина, о чем вы? Джейми. Чтобы Джерри, он завтра... Джейми. Джейми завтра зашел и кого-то собрал рейд. Да проверяющая рейд соберется. Тут соберется, блядь, 280 ДПС, блядь. Сука. Какой-нибудь план, он будет стримить эту штуку. Ебать. Так угораю. Ну просто пукан залетит, он твич удалит, блядь. Это тебе не PUBG, за деревом бинты делать, блядь. О господи, поставьте на беззвучный. Самому не надоело. А, бывает такое. Синдром или как это называется? Ну такой эффект, когда, ну типа что-то свое, да, оно уже типа привыкаешь к этому, ну как к запаху там, еще к чему. А другим против. Так и с этой музыкой. Олег, там тебе что, деньги крадут с банковской карточки, что приходят?